Доброе утро. Вы смотрите новости. В студии Анна Москаленко. И перейдем к выпуску. 4817 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за прошедшие сутки. Выздоровели 1250 человек. Скончались от коронавирусной инфекции 16. Всего же в крае 182,5 тысячи инфицированных, из них почти 123 тысячи выздоровели. 2600 человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 204 пациента с подтвержденной вирусной пневмонией, схожей с коронавирусом, также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперштаба, тяжело больных 407 пациентов, на аппаратах ИВЛ 138. Ученые и сотрудники МЧС оценили запасы снега в горах в преддверии паводкоопасного периода. Спасатели и ученые совершили авиаоблет Змеиногорского, Третьяковского и Чарышского районов. Полученные данные необходимы для корректировки прогноза развития паводковой ситуации. Ученые отмечают, что в последние годы наблюдаются несколько контрастных сценариев, характеризующих ход весеннего половодья. Большие снегозапасы определяют значительную высоту первой волны половодья и его продолжительность. Больше 300 звонков от неравнодушных жителей региона поступило в Министерство социальной защиты региона в рамках акции «Соседская помощь за 2 года работы». Ее запустили в начале пандемии, когда родственники или соседи не справляются с потребностями человека в возрасте или больного с инвалидностью, на помощь приходят специалисты соцзащиты. Органы соцзащиты, специалисты по социальной работе не всегда могут во всех случаях зайти в дом, ну и не все можно увидеть. И для этого нужны вот эти неравнодушные глаза соседей, которые могут в органы социальной защиты сообщить. После сигнала на место незамедлительно выезжает мобильная бригада в составе 3-4 человек. Среди них психолог, юрист и другие специалисты, опыт которых может потребоваться в конкретной ситуации. Они совместно с человеком, которому нужна помощь, принимают решение о его дальнейшей судьбе. Если вы видите, что вашим знакомым нужна помощь, позвоните по телефону контакт-центра Министерства социальной защиты Алтайского края 27 36 01. Два сорта яблони, выведенных алтайскими учеными, включены в государственный реестр селекционных достижений. Сорта яблони Чупинская и Юбилейная Калинина теперь допущены к выращиванию в Алтайском крае и субъектах, входящих в Западно-Сибирский регион. Как отмечают в Краевом министерстве сельского хозяйства, оба сорта имеют среднюю зимостойкость, устойчивы к засухе, жаре и заболеваниям. Напомню, с этого года также районированы 3 сорта пшеницы алтайской селекции. Обновленный барнаульский планетарий открыл свои двери для зрителей. Теперь он работает в бывшем здании кинотеатра «Родина». Барнаульский планетарий открылся 72 года назад. Тогда, в 50-м году прошлого века, он стал 6-м по счету в Советском Союзе. Средств на строительство нового здания не было, поэтому под планетарий выделили пустующую крестовоздвиженскую церковь. Планетарию долго подыскивали новое место. Остановились на кинотеатре «Родина». На сам зал было потрачено еще порядка 4 миллионов рублей на реконструкцию и сделать так, как вы сегодня увидели, это шумовые звукопоглощающие панели, это специальное покрытие. Я думаю, что у нас получился очень красивый, гармоничный, идеальный зал. Старый планетарий в парке «Изумрудный» посещали 60 тысяч человек в год. В новом здании этот показатель планируют увеличить, в том числе за счет более удобного расположения и новых активностей. Одно из приобретений планетария – солярный телескоп. Через него детально видно Солнце и его поверхность. К концу года в культурно-просветительском центре планируют открыть интерактивный музей астрофизических явлений и детскую интерактивную зону. И на этом у меня пока все. Я напоминаю телезрителям, что больше новостей вы всегда можете найти на нашем официальном сайте katyn24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Мы есть в Телеграме, в ТикТоке, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Одноклассниках и во ВКонтакте. Присылайте свои темы и о самых интересных расскажем в следующих выпусках. А я на этом с вами прощаюсь. Хорошего дня и до встречи в эфирах.